Важно показать все преимущества производственной и научно-технической кооперации предприятий Беларуси и России на международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сегодня заявил премьер Роман Головченко на совещании в Совмине. Форум стартует 10 июля. Там будет принимать участие делегация нашего правительства. Яркая презентация на площадке в Екатеринбурге необходима. Перед двумя странами стоят важнейшие задачи по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Наша страна впервые будет участвовать в этой выставке в новом статусе страны-партнера. «Иннопром» — это на сегодняшний день, и вот мы видим уже от организаторов, одна из крупнейших промышленных выставок в мире, и свой статус, несмотря ни на что, ни на современные тенденции, они сохраняют. Ожидается достаточно много делегаций на высоком уровне, поэтому мы ожидаем, что все делегации посетят нашу экспозицию страны-партнера. А мы покажем в первую очередь максимально весь промышленный потенциал, который есть в Республике Беларусь. В одном месте редко собирали такое большое количество экспонатов, предприятий, причем самых разных, от грантов, которые известны по всему миру, до мелких предприятий, которые делают импортозамещающую продукцию. На выставке «Иннопром» планируется обсудить все вопросы сотрудничества Беларуси со Свердловской областью России. В центре внимания кооперация в машино- и авиастроении.